Всем привет, друзья! Вы на Closest Sun на Liquid Play. Мы продолжаем, но это уже творение Дедала, глава 4. И мы начнем. Глава 4 творения Дедала. Начнем. Обри, это Обри. Есть новости от сестры? Нет. I'm worried. Я волнуюсь. She should have radioed Она in должна, должна была связаться со мной. Наверное, передача сигнала блокируется дверью. Наверное, передача... Да, наверняка все в порядке. Так что... Сейчас подходящий момент, чтобы спросить, откуда Людвиг знал твое имя. Но может, он меня с кем-то спутал. Я предпочитаю не думать об этом. Тем не менее... Он откуда знал твое имя? Должно быть, он знал о том, что... Что произошло? Обри! Обри! Помоги! Я пытаюсь, подожди! Он еще двигается, Обри! Останови вагон! Я пытаюсь! Обри! Помоги! Я пытаюсь, подожди! Джамп, Роуз! Вот дерьмо. Вот это жесть. Роуз! Роуз? Роуз? Ты в порядке, Роуз? Это было страшно. Слава Богу. Thanks, Aubrey. Спасибо, Обри. That could have gone bad. Могло быть и хуже. A second later, Секунду позже и... Yeah. Да. И мы бы были... Где я нахожусь? У меня есть хорошая новость. И плохая. Какую начать? Bad news first. Лучше, если начинать с плохих. Okay, well, ладно, в общем, я думал, что ты доедешь прямо до биолаборатории, в котором находится твоя сестра. Очевидно, этого не произошло. Хорошая новость, я точно знаю, куда тебе нужно идти, чтобы попасть к ней. И еще, я могу дать тебе это. Свет в конце туннеля. Ты уловил? Свет в... Ладно, просто иди по туннелю, пока не доберешься до станции. Звучит довольно просто. Я пойду на свет. Отлично. Я пока наложу тебя тут кое-что. Я скоро снова свяжусь с тобой. Видишь, Бенни? Я же говорю, что она поймет. Пойду на свет. Так, там нам голову от... и тело обшпарит. Какой холод. Не надо, не вставай. Не нужно. Давай, топай. Ну уже. Rose,
Ну что, Роуз, ты дошла? Обри, да, я на станции. Where do I go from here? Куда дальше? Сейчас ты в технической лаборатории. Я уже перенаправил питание в сеть, в которой ты сейчас входишь. Сделал на себя смелость перезарядить несколько нужных дверей, чтобы направить тебя в биолабораторию. Просто иди этим курсом. Но имей в виду, я не смог сделать так со всеми дверями, так что будь внимательнее. Ладно, что еще нужно знать об этом месте? Ну, тебе вряд ли понравится. Так что, знаешь, лучше заткни нос. Бенни и при жизни не пах розами, но поверь мне, разлагающая плоть имеет неповторимый аромат. Согласен, Бенни? Да? Он так вот тюльпан смерти. Это ненормально. Ты уверен, что в порядке, Обри? Я использую оторванную руку лучшего друга, чтобы почесать себе спину. Конечно, я не в порядке. Просто продолжай двигаться через техническую лабораторию. И я скоро снова свяжусь с тобой. Ох. Да, великолепно. Рукой он там чешет свою спину. Это же надо. Счастье-то какое. Монорельсовое подразделение проверки вагон. Технологический департамент монорельсового подразделения проверка вагонов. Фрэнк, какого черта вагоны? 42-й, 12-й, 77-й. В аварийном состоянии палатки и оборудование вальируются от потрескивания тормозных колодок до несовпадающих дверных петель. Ты опять начинаешь пить? Жду тебя завтра в моем офисе в 10:30. А если ты явишься пьяным, я, собственно, утоплю тебя. Мне надоели постоянные прикрывать тебя, Артур Хорис. Зарубленный уже. Ну это несчастный случай. Ну что? Газета The World. В возникновении грозовых штормов без дождя виноват технология управления погодой Теслы. 7 дней грома и молнии, без капли дождя. Погодные эксперименты не могут объяснить феномен. Поговариваю, что в этом замешан Вендерклифф. Демонстрация под штаб-квартирой Вендерклифф принимает насильственный оборот. Сотрудники Вендерклиффа работают в дополнительную смену. А там что? Активировать-то здесь нечего. Да, мало приятного.
тебе и рывок. От этих призрачных видений мне не по себе. Насколько сильно должен пойти не так или эксперимент со временем, что картины прошлого стали видны в настоящем? Смещение. Это же не шутки. Не входить. Эвакуация по туннелям. Типа там. Не входить. Входить в техническую лабораторию, чтобы найти путь к Каде. Электричество отключить. Что за пшики, блин? Лаборатория номер 5. Недописанное сообщение по пневмопочте. Почте. Физический отдел Т-90, техотдел номер 7. Содержание. Что ты имеешь в виду, говоря, мы заставили время кровоточить? Во-первых, мы не сделали ничего плохого. Вся эта заваруха началась из-за вас, физиков, и в первую очередь по вине мудаков из отдела пространственной физики. Неблагоприятные охотники за славой. Это благодаря вам мы каждый час слушаем предупреждение обнаружения потусторонки. Совершенно очевидно, что карантин не работает, а народ напуган. Исправьте это, чтобы мы все могли вернуться к работе. Мы заставили время кровоточить. Но мне не нравится, здесь какая-то тварь промычала. Серьезно. Значит, после диверсии был введен карантин, но он не слишком сдержит угрозу. Хорошо, но тут слишком много трупов для одного чокнутого. Сиону не хватает деталей, чтобы сложить этот пазл. Я что-то не понимаю, там тварь какая-то ходит. И она обшипит. Это они вон сидят, да? Найден новый. Угу. Чертеж технологии Гелиоса. Чертеж луча смерти.
за хрень? Вот ночью только такое играть, ага. Вот радость. Ну как все продвигается, Роуз? Как раз хотела об этом поговорить. Do you unpower this lightning? Ты можешь как-нибудь отключить генератор молнии на моем пути? Я вижу, что проблема на моем. Извини, Роуз, тут мои команды не срабатывают. Great. So what do I do? И что же мне делать? Что у тебя получается лучше всего бежать? Только перед придется бежать и уклоняться от молнии. Isn't there a way to turn this thing off from here, then? I was getting that. Потушка совсем. Это и Тесла хватает. Еще монстры здесь есть. Отлично.
так и здесь. Да, двигаться. Ох, что это? Что это? Чуваки мертвые. И какая-то говно. X-Ray машина. Hey! Эй, stop! Стой! Ты чё, блин? Ты что ли всех убил? Или чё лазишь? Роуз, ну пожалуйста, ответь, Роуз. Ada! А, да? Роуз! О, thank God, are you okay? О, слава богу, ты как? I'm fine. Я нормально, нормально. Что произошло? Я очень беспокоился. My transmissions were being jammed, but I found a way around it. I assume Nicola got you locked up too. Надо было, тебя тоже заперло. But I got out. Да, I'm almost at the biolabs. You're still there, right? Ты еще жива там? You got out of the lockdown? Ты что, смогла выбраться оттуда? Ну как? I got help from that Aubrey guy. Помнишь, я рассказывал? Он тоже he saved my life. Он еще спас мне жизнь, так что мы должны помочь ему выбраться, я обещала. Конечно, конечно, поможем. Но сперва мы исследовали. В них ключ ко всему. Right. Прекрасно. Did you manage to get the other half? Тебе удалось достать вторую половину? No, it's in the theater. Нет, we'll она pick находится... it up together right after you. Прямо попадешь в операционную. All of the places Ada. Get locked Ada. Up. I'm losing your signal again. Ты пропадаешь. Ada. 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 Shit. Вот дрянь. Это жопа. О, вот она, месиво. Что-то разговоры хотя бы какие-то были бы. Блин. Их просто рубили и кромсали. Чья-то рука там. Здесь ключик нужен. Непонятно, что это какая-то субстанция там энергетическая. Фу, какая мерзость. Туалет. Мужской. Где ты прячешься? Чё, дурак, что ли?
Ты сам себя, что ли? Последняя заметка Алана. Никто не должен садиться и покидать судно. Таковы правила. Соблюдать карантин, пока не подоспеет помощь. Такое было распоряжение. И все умерли из-за него. Я держал код в тайне, когда Софи просилась покинуть корабль в первый же день. Я держал код в тайне, когда профессор Сантос требовал войти на второй день. Я держал код в тайне, когда аномалия всех убила на третий день. Достаточно больше никаких секретов. 3, 2, 1, 2, 2. Кто бы ни нашел его, я желаю тебе прожить жизнь и умереть в отведенный срок далеко отсюда. Алан Тугнир, офицер секции номер 7. Я сохраню это для тебя. Как там? 32. Жопа везде. Расшифрованное письмо. Странный символ, который следует фраза. Они не знают о твоем присутствии. Отправленное сообщение по пневмопочте. Стив Брюс, технология номер 7. Алан Тугнир, технология номер 7. Стив, я получил частичные и полные расшифровки. Затевается что-то серьезное. У Эдисона здесь есть действующие агенты. Я храню чистовые копии в своем сейфе. Встретиться со мной, как только прочтешь это известие мистера Т, думаю, его стоит взглянуть. Кто-то расшифровал тайный код Эдисона. Интересно, Тесла знал, что у него на борту завелся крот? Наташки Тесла. Установленная Тесла. Офигеть. Вот это мощь. Чистая энергия. Прогиба просто. Оружейные разработки Вандерклифа. Ну конечно. Чертеж установки для управления землетрясениями. Что? Специально вызывать землетрясение?
Так, чертеж молнии приемного устройства. Здесь не пройдем. Наверное, это голубая дымка и стала причиной карантина. Потусторонка, или как там они ее называют? Эй, зачем ты? Беги! Стой, прошу, не оставляй меня! О чем мне? Пожалуйста, помогите мне, пожалуйста! Не. Это моя дорогая одна из термопортальных чуваков. Это как отношение имеет ко времени? Ничего не понимаю. Представь, что время — это биологическая система. Эти штуки просто антитела, больше проблемы. Но есть там... Но откуда мы знаем? Откуда мы знаем, что нужно закрыть дверь? Но они не такие уж и неуловимые. Куда движется потусторонняя энергия, туда движутся они. Не так уж и сложно отследить, если понимаешь, что делаешь. Уже третий раз спасаешь меня. Спасибо, Обри. Так что, ты знаешь, где в лаборатории заперта твоя сестра? Ого, она в операционной. Уже близко? Да, рядом. Я открыл все двери, которые могу, чтобы пропустить тебя вон туда. Там перед операционной находится смартровая комната. Ты оттуда сможешь прийти к ней. Иди, поздоровайся с сестрой. Дорога открыта. Итак, я сделаю, Обри. Еще раз спасибо. Неразборчивые записи выжившего. Карантин, день 0. Запер себя в отсеке для животных и сломал дверной механизм. Теперь ничто не должно проникнуть сюда. Не хочу рисковать с грёбаной подстроенной энергией и всем, что в ней кроется. Второй день. Проснулся от того, что эти мелкие твари пытались съесть моё ухо. Адская боль. Нужно найти дезинфицирующее средство. Пытаюсь пробить как можно больше, но они верткие. Четвёртый день. Кажется, ухо опухло и явно инфицировано. Не рискую засыпать. Я вижу, что они выжидают. Сильный жар не нужен. Последняя запись. Мне снилось, что мои ноги горят. Но это был не огонь. Они изгрызли мои ноги в клочья. Маленькие мерзавцы. Наконец-то мстят. Странные крысы. Осторожно продвигайтесь к операционной лаборатории. Технологии Элиуса. Чертеж индуктора искусственного фитосинтеза. Фотосинтеза фонта.
А как, почему мы должны... Его же здесь нет. Он с другой стороны заперт. Я понимаю, он по течению прет. Закрыто. Все закрыто. Какая жесть, конечно. Тварина здесь была. Эксперименты с животными, управление погодой, манипуляции со временем. Осталось хоть что-нибудь, чем они здесь не занимались. О, сестренка. Вот дерьмо. Эй, следи за выражениями. Роуз. О боже. Моя старшая сестра здесь. Моя старшая сестра здесь. Да. Она самая. И мы, сестренка, выбираемся отсюда. Скажи, как к тебе попасть? Right. Та, справа от тебя находятся две короткие коридоры, лестница и пролет. Right. Я иду. А? Ада? Я ничего не делал. Ада! Ой-ой-ой. Ада, уходи, уходи, сейчас же. Get out now. I can't. Я не могу. Роуз, я не могу. Роуз, listen. Роуз, послушай меня, ты в порядке, все хорошо. Ты пришла сюда ради меня, и я буду любить тебя вечно, это... А театр, доставь на... А это мои... Доставь мои исследования, Роуз, сохрани их. Блокноты станут... Всему, ты можешь это исправить. Обещай, Роуз, обещай мне. Только не так. Обещай мне, Роуз. Вот... Нет, Ада! Ах ты... Тварь. Я обещаю.